Если меня увидят, я труп. Сегодня вообще не мой наряд. Жалуйся, командир. А я не твой командир. Бросить камень. Отвлеку их внимание. Как меня все это бесит. Подозрительно. Вы это слышали? Правда? Только сейчас не заболеть. Без дежурства я с голоду попал. Тебе плохо? Который час? Вам что-нибудь нужно? Тут меня не видно. Не знаю. Как думаешь, долго еще? Без понятия. Это все от Дока зависит. Жрать уж охота. Есть такое. Нельзя высовываться из кустов. Заметка номер 2000. Проследив за большой группой, численностью около 500-600 особей, мы подтвердили, что местом их гибернации... Док, в графике на завтра значится 23. Это мы? Нет, это О'Брайен. Понял. О'Брайен? Черт, на чем я остановилась? Мы подтвердили, что местом их гибернации является пещера Хай-Дезерт. Кодовое обозначение – сектор 15. Вытоптанная трава у входа и наличие следов, фотографии прилагаются, указывают на то, что это место они используют уже давно. Наверное, там тепло и уютно. Согласно показаниям датчика движения, установленного лейтенантом О'Брайеном, этим утром в пещеру вошли приблизительно 447 особей. Рекомендую выслать еще одну группу после 19.00 для изучения внутреннего пространства пещеры. Примечание для доктора Андерсона. Ваша теория о том, что объекты деградировали до первобытного состояния и перешли на ночной образ жизни, кажется все более состоятельной. Конец отчета. А внутрь не пойдете? Ты что, не слышал? Живой больше 400 особей. И это не какие-то там заурядные фрики. Это третья стадия. Ноги спят, как младенцы. Я спросил, не пойдете ли вы. Про себя я не говорил. Эти особи не спят. Это гибернация. Когда-нибудь будил медведя, впавшего в спячку? Да. А фрика, впавшего в спячку, будил? Вообще-то да. Я один из тех, кто выжил на руднике White King. Господи. Он содрал кожу с моего друга, как кожуру с банана. Эти костюмы от многого могут защитить, но не от них. Охренеть. Господи, извини. Там все сразу пошло через жопу. И поэтому мы туда не пойдем. А если замуровать эту пещеру, может, мы сократим их популяцию? Не знаю, Капрал. Тут много пещер. Пойдем, нам пора. Замуровать пещеры? А кому это надо?
Слишком долго. Там какой-то шум. Бухарь, ты на связи? Бухарь, ответь! Дик, привет, я тут. Когда мы уезжали из Фервелла, тот тип из Неро, солдат или кто он там, который забрал Сару. Погодь, ты о чем? У него была плашка с именем. Ты помнишь имя? О, Брайан! Ты его всю дорогу костерил, до самого трехпалого Джека. В общем, он выжил, Бухарь. Он живой. О чем ты? Весь лагерь был перебит, мы же сами видели. Я в курсе, но я услышал... В общем, я подобрался к месту посадки, и они... Стой, стой! Ты полез к вертолету? Ты что? Послушай меня. Я слышал, как они говорили по рации о некоем Брайане. Дик, не смей. Да нет! Нет, Бухарь, успокойся. Я просто... Отдыхай пока. Конец связи. Бухарь, слышишь? Да, Дик. Я позаботился об Альварес. Спасибо, брат. Она бы поступила так же. Да, ты прав. Конец связи. Это радио «Свободный Орегон». Правда, освобождение, то отдище, в которое превратилась наша жизнь, не стало неожиданностью лишь для тех, кто давно не слушал. Я был одним из немногих. Что стало с теми, кто высказывался против федералов? Что ж, мне пришлось услышать.
осмелились открыто выступить против лжецов. И за мной приходили. Свободный Орегон перед самым разгромом федералов вел трансляции с минивэна, колеся из города в город. Тогда дороги еще не были завалены машинами, оставшимися без хозяев, а мосты не были разрушены в огромной надежде остановить фейков. С вами Марк Копланд. Это радио «Свободный Орегон». Не верьте лжи. Нет. Переживайте, я вернусь и доведу дело до конца.
Это радио «Свободный Орегон». Правда освобождает. В небе стали появляться черные вертолеты. Возможно, вы их видели. Или вот слышали. Так. И подумали, что сходите с ума. Не сходите. Они существуют. И это подтверждает мою правоту. Порядок. Мы думали, что Неро вымерли вместе со всеми. Пав жертвами собственной глупости. Но нет. Как я и говорил, они затаились, чтобы потом вернуться и восстановить власть над миром. Но пока я жив, этого не случится. Не бросайтесь им навстречу. Они не спасать вас пришли. Все достойные люди, носившие форму, погибли больше 2 лет назад. А эта сволочь просто пристрелит вас на месте. С вами Марк Копланд. Это радио «Свободный Орегон». Не верьте лжи. Боже мой, Коуп. Ни хрена они не хотят вернуть. Ты понятия не имеешь, о чем говоришь. Ну, кроме одного. Да, тебя пристрелят на месте. Везунчик. Бухарь, ты как? Капец. Рука горит.
Гилла. Зачем они закапывали тут трупы? А, ну да, потому что они мудаки. Как мне туда попасть? Так я попаду на крышу?
могилы. Зачем они закапывали тут трупы? Ну да, потому что они мудаки. Микрорегистратор. Заметка номер 1376. Докладывает агент Синклер. Я завершаю осмотр зоны захоронения 13А. Работы выполнены в соответствии с протоколом. К счастью для ребят и для меня. Национализация железной дороги Пан-Пасифик завершена. И поезда теперь следуют через станцию Неро номер 27 и Олд Вэгон. Замечание для бюджетного управления. Пришлось задействовать дополнительную технику для ремонта дорог лесной инспекции. Но бюрократов из Салема и Вашингтона нельзя положиться. Дополнение к заметке номер 1375. Мэр и весь городской совет Мэрион Форкс, слово «город» я произношу с большой иронией, вчера были арестованы за незаконное вторжение. Сидят теперь в окружной каталажке. Видимо, им не понравилось, что зона 12А находится так близко от их маленьких семей. Не для протокола. Все это не важно. Через пару недель всем будет уже все равно. Пригодится.
Так я попаду на крышу? Thank you.
пойду. Как мне туда попасть? Канистра. Сейчас они все сюда сбегутся. Ладно, посмотрим. Микрорегистратор. Сэр, у нас проблема. У нас много проблем, боец. Давай поконкретнее. Тут еще один поезд на подходе. Отгоните этих людей отсюда. Свяжитесь со штабом. Мы больше не можем никого принять. Я сказал им, нам нужно еще 10 экскаваторов, иначе придется сворачиваться. Сэр, вы не понимаете? Все я понимаю. Эти козлы в Портленде просто не хотят слушать. Я говорю им, лагерь забит. Тут пробка до самого фермера. Отсюда и до чего-то все пайки заняты. Thank you.
Вижу, вижу. Вижу.
вижу. Yeah!
Вижу, вижу. Помочь, выполнить приказы, продолжать движение.